И всем огромнейший привет, друзья, с вами, как обычно, я Саня, вы на канале Играт, и добро пожаловать на видеоролик по GTA 5 RP. Короче, сейчас все расскажу, но перед этим хочу вам показать лучших ребят, которые оставили свои самые топовые комментарии на предыдущем видеоролике. Спасибо, ребят, вам огромное за вашу бешеную поддержку. Ну а если ты, друг, хочешь попасть в следующий ролик, обязательно оставляй под этим роликом свой самый охеренный комментарий, который ты только можешь придумать. Ну, желательно несколько, чтобы у тебя было больше шансов попасть. Ну, ладно. Оставим это. Спасибо вам, ребят, за поддержку. Спасибо за лайки, за комментарии, за подписки. Кстати, насчет этого, ребят, я реально стараюсь и каждый день делаю для вас контент, и ролики, и стримы. Но почему-то мы не можем сдвинуться с мертвого места и никак не можем набить 10 тысяч сабов. Поэтому каждый, кто смотрит этот видеоролик, пожалуйста, подпишитесь. Каждая подписка важна, нужна. И обязательно, дабы достичь цели 10 тысяч сабов. Вот если тебе не сложно, друг, обязательно подпишись. А от меня огромное человеческое спасибо. Ну а мы начинаем этот ролик. Погнали. Так, ну что ж, друзья, мы приехали с вами в банк. Надеюсь, по превью вы уже поняли, что сегодня будет происходить. А сегодня будет происходить просто какой-то глобальный проеб денег. Можно это так как-то сказать. Потому что 6 миллионов на дороге как бы не валяется. На балансе у меня 7500. И, в принципе, как бы денежка еще останется. Но я надеюсь выбить какую-нибудь тачку хотя бы ляма за 3, чтобы хотя бы половину суммы отбить. Это будет уже хорошо. Итак, нам надо снять деньги. 5 миллионов 500 где-то. Сейчас, подожди, у меня где-то было записано, сколько мне нужно снять. 5600. 5600 нам нужно снять с вами. Сейчас покажу именно для чего и до каких кейсов мы это все делаем. Сейчас отъедем в какое-нибудь красивое место. А вон туда можно, кстати, сейчас припарковаться где-нибудь. На той стороне. И вон там красивое местечко. И сейчас все расскажу и покажу. Блять, тачку надо куда-то спрятать, наверное. Потому что здесь обычно долбоебы летают. И тачка просто улетает. В небытия. А с этой стороны нигде нельзя припарковать. А давай я где-нибудь тут на тачке прям заеду. И похуй на все правила. Тут, по идее, можно на тачке заезжать. Вот сюда вот до елочки. А снег, короче, убрали. Не знаю почему, но у меня снега нет. Возле елочки вот так станем. И, короче, давайте все сразу, сразу, моментально, быстро все мы делаем. Не буду ролик растягивать на 20 минут. Друзья, под ваши лайки, под ваши подписочки на канал обязательно подпишитесь, потому что каждая подписка важна, нужна и обязательно. Мы сегодня будем открывать, а точнее, да, открываем кейсы, которые я открывал в прошлом ролике. Эти кейсы за игровую валюту. По 800 тысяч за один кейс. 800 тысяч, Карл. 800. Главный приз тут Астон Мартин. Я не помню, сколько он стоит. Он вроде продается. Блядь, но я думаю, что он должен, по идее, покрыть все мои расходы. Если выпадет какая-то из этих залупа, ну, я так понимаю, это где-то 1,5 миллиона или 2 миллиона. Это может еще даже меньше, хотя, по идее, должно быть. А может даже одинаковая цена. Ладно, неважно. Все, погнали. Вы готовы? Я готов. И погнали проебывать бабосик. Так, это деньги 300 тысяч, я понял. Сразу следующий открываем. Это опять деньги 300 тысяч. Я не удивлюсь, если сейчас будет опять 300 тысяч. О, тачка! Mercedes E63! Все, я пооткрывал. Спасибо всем за участие. То есть я открыл 3 кейса. 3 кейса. Сейчас нужно быстро домой. Пацаны, нужно быстро домой ехать и посмотрим, что выпала нам за тачка. И сколько, самое главное, ее стоимость. Мерседес, Мерседес, вот он. Белого света такой, ля какой. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто шарит. Почему-то сзади значка Мерседеса нету, вообще никаких надписей, что это Мерседес. Странно. Впереди значок вроде есть. Даже два значка Мерседеса, а сзади ни одного. Ладно, напишите, пожалуйста, в комментариях, эта тачка, ее можно купить на рынке? Не на БУ рынке, а в магазине, в автосалоне имеется в виду. Или же нет, или это эксклюзивная тачка. Так, 5 миллионов. 2500. Считаем, сколько я проиграл сейчас. Друзья, три открытия по 800 тысяч, это... 2 миллиона 400 тысяч.
Выбив тачку, мы получаем, если ее в гос сливать, 2 миллиона 500. Но плюсуем сюда еще 600 тысяч. Потому что у нас было 2 раза по 300. Итого мы в плюсе на 3 миллиона. Я правильно посчитал или нет? Нет, что-то я хуйню сказал. Подожди. А, да, маленькая ошибочка. На 100 тысяч как бы. 3 миллиона 100 тысяч. 3 миллиона 100 тысяч, мы с вами, друзья, в плюсе. Я не знаю, есть смысл дальше открывать или его нету. И что делать с этим Мерседесом? Я понятия вообще не имею. Вообще никакого понятия не имею. Давай хотя бы прокатимся, посмотрим сейчас салон. Ух, салон приятный. Приятный, тут даже динамик или что это? Или это раз динамик, внизу два динамика, если это динамики. Слушай, ну 200 вот разгоняется, 220 по городу, тут какие-то ребятки. Слушай, ну вроде едет, мотоцикл перепрыгнул. Вроде едет. Не знаю. Пишите в комментариях, что с ним делать. Возможно, подарю кому-нибудь из вас, кто играет на этом проекте. Потому что он мне не нужен, как бы. Если вам нужен, могу подарить. Либо продать. А потом еще кейсы какие-нибудь пооткрывать. Так что пишите в комментариях, что лучше с ним сделать. Я к вам прислушаюсь и обязательно решим этот вопрос. Бах. Давайте по приколу. Просто сейчас вот тут я стану. Раз у нас сегодня день открытия кейсов, я хочу еще с вами открыть немного кейсов. И мы посмотрим, что нам выпадет. Возможно, что-то еще выпадет прикольно. А может и нет. Также заходим сюда. Контейнер. Мне кажется, больше ни хрена не выпадет. Вот, я хочу открыть вот эти кейсы с бэхами. По 20 тысяч одно открытие. Но тут нитки выпадают в основном. Ну давай, пооткрываем, посмотрим. Может что-то и выпадет. Слушай, какой-то звук странный был. А, нитки, понятно. Нитки. Вот сколько я их не открывал, у меня постоянно нитки падают. Я даже ролики, помню, не делал. Точнее, я их делал, пытался делать. Но я понимал, что выпадают одни нитки. И такой, не, нахуй, я это заливать не буду. Потому что, ну, смысл вам смотреть на то, как выпадают одни нитки. Бля, да. Не, ну, пацаны, все равно лайкосик. Я думаю, я достоин ради такого рискнуть всеми деньгами, которые у меня есть. И, в принципе, окупиться. Бля, одни нитки вот просто. А какой гарантированный приз? 50 тысяч. Такой звук, как будто выпадает тачка. Ну нет, это звук просто открывания кейса. Так. Ни хрена вообще. Так, это последний крайний кейс. Все, мы 10 раз крутанули, ни хрена не выпало. Может еще разочек? Ну дай, пожалуйста. Сегодня хороший день. Хороший день. Правда, за окном у меня вьюга, снег. А в Grand RP нету снега, убрали снег почему-то. Напишите, кстати, в комментариях насчет этого. У вас есть снег или это только у меня нет снега? Хотя мы же играем с вами, получается, на одном сервере. И... Может, у меня редук сломает снег? Не знаю, напишите. Куда делся снег? Неужели он уже растаял? Grand RP, ты чё? Ну что, приближается порог 20 контейнеров. И нам падают только одни нитки. К сожалению. Последние два. Крайние два. Нитки. И вот он, крайний, последний контейнер, который мы сегодня откроем. И, к сожалению, ни хрена нам не выпадает. Нитки. 20 раз открыли в надежде выбить BMW. Херас там плавал. Ну, это все равно, понимаете. Разница. В процентах, как бы, шанс выпадения тачки, когда ты по 20 тысяч открываешь, и сразу по 800. То есть, есть разница, конечно же, она присутствует. О, чувак выбил Мерседес АМГ. Кстати, с лотереек. С донатных лотереек. Не, да, это донатные лотерейки по 300 рублей. И я планирую сделать ролик еще по ним. Так что, если вы хотите... Ребят, я должен видеть вашу мотивацию. Я должен это наблюдать, я должен это щупать. То есть, с вас лайк, обязательно с каждого лайк. Подписка на канал, если вы еще не подписаны.
и комментарий там с любыми пожеланиями, любой вообще комментарий, потому что лучший комментарий, я напоминаю, попадает в видеоролик. Ну, давайте прощаться, с вами был, как обычно, Саня Играт. До новых встреч и увидимся в новом ролике. Пока-пока. Бля, что делает? У, чёрт.